Правительство США и федеральные ведомства вновь прекращают работу и вновь из-за отсутствия средств, поскольку, несмотря на достигнутый межпартийный компромисс, Конгресс опять не принял законопроект о текущем бюджете. Против выступил сенатор-республиканец Рэнд Пул. Его не устроил заложенный в тексте план финансирования сразу на 2 года. И он требовал от коллег рассмотреть его поправку. Получая отказ, он каждый раз применял свое право на возражение, оттягивая тем самым час голосования по законопроекту в целом. И в результате бюджет не успели принять в обозначенный законом срок. Первый шатдаун произошел 19 января, когда демократы и республиканцы не смогли ни о чем договориться. Федеральные ведомства оставались без денег до 23 января. На этот раз такая ситуация может оказаться более краткосрочной. Конгрессмен-республиканец Стивен Скалис предупредил, что голосование по бюджету все-таки состоится глубокой ночью. В Москве в это время будет середина дня.